Вот. Вот теперь можно сказать всем привет, добро пожаловать, это For Warrant. Привет! Египетские пирамиды нас ждут, фараоны, Джай. И вот Египет... Что? Никогда мы здесь не были, слушайте. Когда ты последний раз Нефертити за Тити лапал, скажи, вот когда? Что прости? Нефертити за Тити, сейчас будет отличная возможность. Какие-то две печеные сливы, знаете, такой вот чернослив самый настоящий. Ой, ты у нас прям ягодка спелая, смотрю. Нормально, да? Все нормально. Кстати, нам нужно принести вот такой вот меч. Так мы это уже делали. Нам нужно меч. Ну посмотрим. Игра, кстати, обновляется, в игре что-то там добавляется. Что-то новое. Да. Вот записка новая, смотри. Айтем надо по 3 найти, голдкоины, папирус надо найти и фрагменты костей. Нормально так. Лопата не берется. Это Алекса, это мое, кыш от моего оборудования. О, шматье. Так, я возьму... Помните, надо брать, короче, фонарик. Не фонарик, этот... факел и зажигалку. А нафига фонарик, кстати? Я фонарь выкину. Нифига себе. А где зажигалка, кто-то видит? Слушайте... А, она так зажигается. Я возьму, нет, зажигалку я не вижу. Схвати, что это такое? Магниту. Короче, я беру... Я возьму вот эту вот штуку, похожую на радио, и штуку, похожую на какую-то хреновину. Подожди, я взяла металлоискатель, потом взяла вот такую вот штуку, похожую на счетчик Гейгера. О, отлично. А ну, проверь, у меня сердце есть там железное или нет? Нет. У тебя ничего железного нет. И я еще взяла магнитуду. Чего оно так фризит? Алло, не фриз. А они, получается, да, не пофиксили. Меня, кстати, с того раза даже не пофиксили. Ладно, погнали. Кого? А что можно... так, тут... Место найденным сокровищем. Прикольно. Место восстановленных иероглифов. Лопата! Но ее брать нельзя. Так, а ладно. Чего я беру так много предметов? Ребята, вы тоже 6 предметов можете взять? Да, мы же прокачивались. О, точно, да. Надо же забрать шмотки. Так, возьму-ка я аптеку. И возьму-ка я радио. Слушай, я радио взял еще. А вы помните, что тут как-то можно нажать то ли на В, то ли на С, и он так руку подделывает? Типа часы. Ой. На Б, по-моему, В. Да? Б? О, точно, есть часы. О май гад! Боже, нифига себе. На что? Ты прям держать надо? Пробел. А, у тебя нет пробела. Есть у меня пробел. Прием, прием. У вас какая-то раз? Пробел. А что такое? Пробел. Ой. Какой пробел? Алекс, упал. Раз, раз. Алекс, ты рассыпаешься на части. Я еще пробел. Раз, два, раз, два. У вас что-то... Меня что не слышно? А что? Не, 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 все, все пропало. Все, я буду... Вы же меня сейчас слышите? Да. Все, пойдемте. Поэтому далеко не разбегаемся. Эй, ты меня поджег, ты поджег меня. Это ты горишь. Ладно, хорошо. Это горит твое добро. Я горю. Эй, отдай мой факел. А, это не мой факел. Ох, ёпта. Откройте журнал, нажмите D. Блин, давай эту... Hello, darkness, my old friend. Блин, слушай, зловеще звучишь. Кто радио включил? О, смотри, нормально. Археологи ворвались. А мы хочу нам. Танцуй, танцуй, давай, давай. Нормально. О, кто на монетки? Ох, как оно фризануло. Чего ж так фризит? Меня тоже. Что это пикает? О, здорово. Задайте вопрос. Кого-то что-то пикает. Can you hear me? У меня? Can you talk? Слушай, я вешен приборами. О, фраза распознана. Нет ответа. Подождите, а у меня магнитуда пишет 8.NA, а только что было 8.8. Дрожит, дрожит! Вышел! Ебать! Он живой! Ты дурак! Ты дурак! Блин! Ты дурак! Ты дурак, ты дурак. Ты дурак. Сейчас бы еще вода... Я его закрою, короче, я не знаю. Землетрясение получается? А у меня какой-то сисиометр, это что это такое? Сисиометр? Сисиометр. Сисиометр. Так, сколько? Я не знаю, как им пользоваться? Какая-то жесть вообще. Смотрите, господа, магнитуду поставьте, получается, если была труханила нас, то значит это... А как журнал открыть, кто-то помнит? Эль или... Да, Эль. Так, доказательства. Значит, у нас получается... Землетрясение было, а что еще? Пока все. Чё, Даша отошла и как-то прям гул пропал этот. Прям гудела, прямо... О! Мама твою, ты кто, блядь? Фотографируй. А, или чей? Я не знаю. Кто-то побежал, я кого-то слышу. Давайте я вам для бэкграунда буду музыку включать эпическую. Вы потеряли вещь, дамочка. Это эпическая. Я выкинул, это сисиометр. Так возьми сисиометр. А зачем каждый взял одинаковые вещи, ребят?
Надо же разные брать. Не знаю, мы играли давно в эту игру. Так суть же в том, что вещи разные надо. Я тоже взяла. Ой, там штука есть. Ну, радио ты взял один, так что и скинул его, да? Ребята, сюда будем идти? Да, обязательно. Да. Ой, Алекс, ты летишь. Тихо. Там что-то лежит. Там что-то... Блядь. Ну сюда, Шихабелла. Редкое сокровище. А как ты выживаешь? Редко. Опа! Не-не, нормально, я вышел. Алекс, надо очень быстро пробежаться. Надо прям лететь, как молния, и жалить, как пчела. Бегом, бегом, бегом! Алекс, давай аккуратно, быстро! Может, он успеет? Давай. Тут-тут-тут. Ой, бля. Я нашла какое-то редкое сокровище, но я не успею даже почитать. Нормально. О, обезьяна, обезьяна. Смотри, как в леталке. Где ваши Нефертити? Потрогай май... Что? Не, у него фараоны там еще пирамиды не отложили, так что нормально. Все. Ёб твой! Что ты делаешь? Сука, ящик сломался, я фонариком его ткнул, и он сломался, я сам испугался. Я уже видел такие ящики раньше. Проклятие слово этого были. Так, смотрите, 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 учу вас, учу, 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 учу. Все, я пробежал. Нифига. Сзади хер! Сзади хер! Сзади, хорошо! Блин, какой большой! Глаза с хером! Сзади хер, не хочу. Глаза с хером. Я пойду за вещами. Не знаю, что вы орете, как бешеный, я пробежал. Ладно, пойдем. Извините, я пошел. За вещами. Нет. Вот, нормально, наконец-то, вот этого ора нет садомного на уши. Амплитуда была у тебя, да, должно быть 5 из 5, по-моему. Амплитуда должна. У меня было 8, 9. Все, держи. Магнитуда. Хорошо, хорошо. Я беру фотоаппарат, и я возьму. Я возьму вот эту штуку. Ребят, смотрите. О, отлично. Положи, смотри, Даша, вот тут на выходе. Нет, Даш, послушай меня, не бегай. На выходе тут коробка есть, куда надо складывать вещи. Клади. Все. Вот так. Идем дальше. Что еще взять? Подождите, может, аптеку взять или еще что-то? У меня есть аптечка с собой. Вы должны взять разные вещи. Суть именно в этом. А мне уже все у нас вроде бы есть. Ты радио взял? Ну, короче, нет, радио там внизу лежит. Компас. Компас возьму. Нет, не то радио. У нас есть такое маленькое. Я взяла компас только что. Короче, давайте топливать, идем с одинаковыми вещами. А вдруг, если кто-то габельница, то остальные это не габельница. Так, фонарь работает. Кто-то. Камера. О. Так, идем. А что, мое радио перестало играть? Все? А, не играет нормально. Ну, закончилась мелодия? Не-не-не, мелодия играет. Так, тут записочка. Так, я за тобой. Так, древние тексты предполагают, что есть способ изгнать зло, обитающее в этих руинах. Путем выполнения ритуала... Подсветите, не вижу. Ритуала на самом нижнем уровне гробницы. Как только мы найдем реликвию, перед нами встанет выбор покинуть руины или углубиться в эту неизведанную пучину Нефертити, исследовать каждую щель и, возможно, найти пещеру бессмертия. Нефертити? Потрогайте ее, Тити, если вы найдете Нефертити. Так, ты что-то все, ты по-моему уже... Пойдем налево, мы еще налево. Алекс, у тебя ничего не качается фоном? Ты иногда прерываешься. Прям сильно. Да? Это называется саморазрушение. Наверное. Ну да, да, да. Значит, у нас... Нет, это не Алекс, его там даже не было. Его там не было. Серьезно? Да, в полном. То есть ты хочешь сказать саморазрушение? Я хочу сказать саморазрушение. Ой, идет, мобила идет. Подожди его, подожди, подожди. О, привет, жги. Я одно даже. Смотри, давай, надо было радио с собой взять. Я тоже хочу. Сзади хер! Блядь! Ублюдок! Сзади хер! Какой хер? Какой хер? Подождите, это была вставшая мумия, это тоже... Ты блеванул, что ли? Это вставшая мумия. Это зеленая хрень какая-то. Я бы не ставила, ребят, разрушение, я не уверена, что разрушение у нас было. А что было? Воскрешение точно ставьте. А что было? Воскрешение, они же воскрешение. Ну и разрушение тоже было. Хорошо, поставим разрушение. Шаги когда кто-то... У нас у нас надо еще... слушать шаги. Вот эти коробочки, видишь? Они так не разламываются. Попробуй. Видишь, не ломается. Оп. Ладно. Ага. Сила прокачана. Ладно, хорошо. Ладно. Ну а с хрена они встали вообще? Я чуть не понял. Ну потому что им скучно. Ну утро, наверное. Ребята, о, вот тут еще есть это... Тут складешник. Гробница, но это... Мумий склад. Ладно, мумия.
ёбаный рот! Кто стрим? Твою налево, там призрак стоял! Это крышки упали с гробов. Ну и призрак... Там призрак стоял. Кто видел призрака? Кто стрельнул? Я видел, тут в проходе летел. Блядь. Да-да-да-да-да. Кто стрельнул? Ребят, вот еще одна, но я боюсь. Ну что, звук был, я испугался. У кого-то... У кого-то есть пустая ячейка. Можете забрать драгоценность. Ну, попытаться хотя бы. Я возьму. Не, не могу. А, вот, вы нашли... Нет, давай я возьму. Кнопку, в которой находятся органы. Ну, давай. А, я поменять могу, подожди. Вот, можешь взять. Мумию открыли. О, я ее сфотографирую. Точно. Давай. А ты не хочешь задать вопрос, если у тебя есть этот самый? Хочу. Какой вопрос задать? У тебя есть? Так спроси. How old are you? Что-нибудь. I will burn you. О, говорит, говорит, входящий вызов. Чего? Говорит, говорит. Он говорит. Вам сейчас будет Хабелыч, блядь. Он сказал. Пишите. Пишите, серьезно. Серьезно, да? Да, ответ от духа. Это декан. Да, это у нас... Бля, змея ебаная! Или что это было? Бля. Да, у нас декан. У нас декан. Декан факультета. Все сдали зачетки. Декан? У нас декан. Я с зачеткой. У нас декан. Так, господа, теперь нам надо найти, где у нас проход к этим. Куда? Козлину. Козлину? Надо пойти его... Так, а кто-то... Помни декана, он чем опасен? Ребят, расскажите. Он может исключить... Он может исключить тебя. А? Исключить может тебя декан. Да, да. Да, исключить понятно, да. Что здесь? Что может декан? О, лутаем. О май, о май. Пусто. Нифига. Ту-ту-ту-ту. Пошли отсюда. Ту-ту-ту. Извините, наш борт сейчас сядет вынужденной посадкой. Похоже было, как пилоты объявляют, нет? Нормально? О, вот еще. Мне тоже кажется, что мы сейчас будем еще одна реликвия. Я прям уже пристегнулся даже. Ребят, вот-вот. Ух ты, ё... Что, с какого хрена? Летает вон у нас сверху. Кто сверху? Там демон. Там сверху демон летал. Записочка. Давай. Так, иероглифический документ. Вы нашли документ, который содержит знания. Поместите его в лоток для сбора, чтобы заработать дополнительное золото и опыт. Хочешь, я его возьму? Я могу выбросить что-нибудь. Да, бери. Давай, 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 давай. Где он? А где? А я его вот, вот он у меня. Ты взял? А, хорошо, так и будет. А я вот эту штуку возьму. Слушай, а демона сфоткать? А может его вызвать еще раз? Я его сфотографирую. А кто говорит? Блядь, сюда бежит какая-то хуй... Кто-то бежит, какой-то херушка! Где? Да, там, с той стороны. Ну фоткай, фоткай, ты же хотел! Ну это не тот херушка. А где он? Чего ты взял, что ты не тот? Он куда-то убежал. Он сюда, не знаю. Он куда побежал, направо? Я видел, что он сейчас бежал, а потом... Вот еще статуэтка, у кого место есть, берите. Давай я возьму. О, давай. Так, сейчас возьму. У него в сердце горела какая-то хрень. Так, я возьму, выбираю декан. Так, гробница. Наши переводы подразумевают, что иероглифы на этих кнопках соответствуют именам Меджаев. Чтобы открыть эту дверь... Так, смотри, тебе декан нужен. Там, короче, чел такой, как будто с совком. Как дворник. Дворник и глаз на ножках. Даша, дворник, глаз на ножках. Все. Алекс, отходи, а то тебе сейчас пиздося придет. Да ты чего? Да, если мы неправильно угадали. Эй, я вас верю. О, смотри. Блядь, я сфоткал говноеда. Там сзади какая-то кобыла пришла. А, нет, это Даша. А, записывай. Я снял его. Я его... Он написал? Да. Ребята, быстрее, да, смотри, да, лужа. Подожди, подожди. Хватайте и бегите! Кого хватать? Ребята, а золото, золото, блядь! Дело. Оставьте мне чуть-чуть! Ебать, все так забрали. Вот куча, разгребай! О, я открываю, я что-то открыл. Так, дайте я сфоткаю гробницу. Собираем и текаем. Открывается! Я ее сфотографировал! Ух, какой хрен здоровый! Вот твоя! Дайте я сфотографирую, ребят. Ребят, текаем! Все, бежим! А меня на фоне! Бля, нет! Он отживает! Бля, нет, все, уходим, уходим, уходим! Подожди, он ожил! Подожди! Стоять! Ай, подождите, анимация ждет! Ну, слушайте, как вы там, блин, ну не такое! Ой, блин! Все, по-моему, жопа! Изыди, блядь! Все, упокоилась душа, надеюсь. Погнали! Я дернул за рычаг, не знаю, успел я это. Меджай перешел в форму хат и обрел тело. Все. Блять, за мной кто-то бежал! Help! Вы были убиты деканом. У декана очень слабое зрение, но суперслух.
Присядьте, чтобы двигаться тихо, не разговаривайте, избегайте из шумных мест. Декан такой, блядь, серьезный парень. Так, что делаем? О, царство Аида. Мы плывем по реке мертвых. Я слышу крики. Сделано круто, кстати, прикольно. Не помню, было это раньше или нет. Но смотрится феерично. Wakey-wakey. О, спасибо. Итак, я могу выбрать один из трех вариантов. Выбери свою стезю. Хороший труп. Помоги смертным отыскать реликвии. Тут что у нас? Вернись в мир живых, чтобы получить последний шанс на искупление. Так, вернемся к ребятам. Может, я смогу выйти. Ребята! Ребята, вы слышите меня? Я живой! Мы здесь! Здесь это... Где? Конкретно... А, вижу. Сейчас. Мы на выходе. Нам надо найти синий рычаг. Мы не знаем, где синий рычаг. Синий рычаг. Мы знаем, где мутант. О! Вот он! А, вот он ты! Привет! Аккуратно! Олеж, он ушел налево! Блин, а у меня все вещи пропали мои. Короче, он типа плохо слышит, он глухой. Он плохо слышит, по-моему. Осторожно. Если так орать, как мы орали, то... Вот он, бежит, бежит, наверх! Наверх! Но он не может подняться, по-моему. Слушайте, а где же нам найти синий рычаг? Да где угодно, он может быть... Олеж, слушай, я тебе... Там нету, я туда только что заглядывала. Он на звук реагирует. У меня ладошки вспотели. Может, тогда кому-то побежать и кричать и за собой вести? Он идет, идет, Олеж, идет! Тихо, тихо, тихо. Нам надо разбежаться. Музыка не понравилась. Не-не-не-не-не, я предлагаю терпеть. Олеж, ты оттуда пришел? Там не было рычагов. Вот там. Я не смотрел. Тогда идем аккуратно. Может, его заманить в эти штуки, которые там, ну, друг дружка сжимают? Огнишь подействует? Не знаю. Не шуми. Так, он туда побежал, я в соседнюю. Привет. О, заманивай. Блять, сзади, сзади, сзади. Нихуя. Так, хорошо. Нам дали один шанс. Но своим шансом мы не воспользовались. Чёрт, не дал. О, ты тут? Ты тоже померла? Даш? Можно еще раз? Так, можно еще раз вернуться. Мне раньше казалось, что только один раз можно. Ой. Ой-ой-ой. Что у нас тут? Ребята, вы живые? Hello? Кто-нибудь слышит? Я нашел рычаг! Блять! Ёб твою мать, придурок! Вход открыт, я понял, блять, что открыт? Вход! Вход открыт, бегите! Вход открыт, бегите, пока есть время! Так, ладно. Две попытки — это, конечно, хорошо. Посмотрим, может быть, нам еще одну дадут. Это было бы, конечно, переборчиво. Все, походу, тут закрыто. Я умер, я в преисподней. Злой труп. Казни расхитителей. Бля, прикольно, да, попробую. Я умер, что, Олежа? Сдох, Олежа. Он нашел рычаг. Ой, мумия, вот он! Олеж, выходи! Вот он! Олег, это ты? Это Олег, да, это Олег, это Олег, пойдем. Олег, блин! Давай к нам, пошли! Ну ты нашел рычаг! Чёрт, а чё ты дерёшься-то? Пошли! Ой, блин, меня походу... Походу меня прибили. А это был самый максимальный уровень импостера. Я каких-то детей на фоне слышу кричащих. Чего только не происходит. Ой, ладно. Типа сейчас сделаем вид, что это были не мы. Были плохой мумией, теперь будем хорошей. Вы выбрали путь хорошей мумии. Убеди свою команду, что вы хорошая мама. Хорошая мама? Олеж? А?
Я тебя слышу, ты где? Я тут. А вы что, живые? Я один тут умираю три раза уже, да? А вы что, живые? Да, ну, да, а ты что? А как получается, что вы выживаете, а я умираю? Объясни, пожалуйста. Я не знаю! Ты где? Я вижу эту голопопу. Вот, Олеж, сзади, сзади, мы на тебя смотрим. И что? Ну, валите, там же проход открыт. Что? А что вы ждете, ребят? Вещи наши принести, Олег! Вещи можешь принести? Нет, не могу. Я в душе не ебу, где ваши вещи. Мумия не может выйти, понимаете? Так, тихо. С фонарем. Так, я выбросила. Давай, давай, давай. Мы тебя вылечим. Спасибо. Там мумию помажем. А, мумия может выйти? Ну ладно. Мне казалось, раньше мумия нельзя было, чтобы выходила на улицу. То есть там было проклятие, запрещающее мумии. Ладно, тогда мумия за руль, у меня все равно прав нет. Давай, ты за руль. Смотри, мы вместе тебя отвезем. Поехали. Мумия за руль. О, отлично. Все, а как ехать? Кто рычит? Я не попал. Да, а ты, ну, ты не попал. Что такое? Объясните, как вы выжили? Почему один я умирал все время? Меня убили тоже, я же, мне дали последний шанс, я тоже умерла. Каким образом? Я тоже умерла. Так, завершите этот самый. Собрать всех живых членов команды. Олежа, оживляй давай. Каким образом? Эй, ты что пьешь? А как уехать? А вот, все, уезжаем. Все, можно теперь ехать. Тогда сваливай. Мы нашли декана. Куда-то мы приехали. Ой-ой-ой. Так, надо свет включить. Так, ну пока вы рассматриваете, кстати, нам скорее всего вниз. Это ничего так. Подождите, а где наша палатка? Наша палатка сзади там. Может, это здесь? Мне кажется, что надо вниз спуститься. Давайте попробуем. Может, наверху наши вещи? Вот наши шмотки тут, ребят. Наши шмотки здесь. Да-да-да. Хорошо, вот мой. Так, давайте, чтобы шух кто берет. Я беру факел, я беру фонарь. Давайте я возьму задавать вопросы. Давайте я возьму, я возьму аптечку, компас и счетчик Гейгера. Угу. Еще два слота. Так, но я их оставлю для реликвий. Оставляйте для реликвий пару слотов. Итак. Я сейсмограф возьму и компас. Я компас взяла. Компас и металлоискатель. Блин. Надо собрать не менее 144 золотых. Соберите хотя бы один иероглиф. Даш, а ты ту страницу, которую ты нашла, ты ее положила в эту? Ты же страницу забрал. А, ну меня убили, блин. Мне не было страницы. Ладно. Да, нас же поубивали там. Ладно, добро. Так, я, в общем, взяла металлоискатель или компас. А тут еще есть пара предметов. Ну, короче, будем, если что, будем возвращаться. Так, зажигайте. Ну да. Слушайте, если можно еще будет взять вот этот, конечно, крутящийся датчик. Слушай, что-то фонарь как-то говенно светит. А вы забрали мой фонарь, да? Я не... Фонарь я взяла, ну да, ну он такой. Хотя, кстати, на него когда бегает этот Меджай, он блымает, как в этом, как в Фазме. Мне показалось, или Дашин голос стал как-то то ли выше, то ли резче. Я не знаю. Может, какие-то глюки. Так, древние тексты предполагают, что есть способ изгнать зло. А, найди запечатанную дверь. Хорошо. Найдем. Тут, кстати, пусто. Так, у меня пока... О! Что там? Что? Это зажечь. А это какой-то особый костер, Даш. Это другое пламя. Это другое пламя, да. Может, он дверь какую-то, наверное, открывает. Либо призывает какого-то демона, имей в виду. Так, золотишко. Либо какой-то газ. Паутина. Так весело здесь. Тут везде гребаная паутина. Кто-то... А, это улика, ребята. Это улика, это у нас шаги. Да, это шаги. Кто-то бегает здесь. Шаги-да, шаги-ду. Я тебя найду, шаги-да, шаги-ду. Абиду. Видишь, даже песня родила. Опа. Алекс, ты попробуй, ты в VR. Тебе не страшно. Попробуй. Я? Мне не страшно. А как я? То есть я хорошо по песку плаваю? Ну давай я чуть-чуть. Так, я побежал. А, так это нормально. А, так можно тут? Есть, пробежал, нормально, все. Аккуратно, Алекс, аккуратно. Идем, нормально. Так, давайте я люблю, я Лару Крофт проходил, я пройду. Давай. Все, тут золото. Так, ты следующий, давай. I believe I can fly. Давай споем. Ой, Даша, ой, ты плохо прошла. В смысле, я нормально, мне... Че за фризы? А ну так страшно фризить, жесть. Вот мне тоже. Да, согласен. Тихо. О, блять. Что это? Что за хрен? Фоткай! Ну фотографируйте, у кого фотик! Вот настроили! Фотография у кого была? Вот есть, да. Алекс, вот фотик. Это? Да поздно уже. А что? Жуки!
О, да? Блять! Какие? А чё они все зеленые? Там жуки вылезли из гроба, вы что, не видели? Черепа с костями такие побежали. Жуки. Ладно. Дротики? Меня ранили. Не идите сюда, здесь дротики. Ладно. Блин, прикольно. Прям ловушки. Так, а что еще? Дротики. О, бартиолет. Если бы не факел торчащий, вообще было бы. Может быть так? Ну слушай, нормально, кстати. Во, вот сейчас все, прям, прям страшно. Где они? Сзади ползает череп, блядь! Черепа ползают, да ты не видишь этого. Ёбаны. А я на тебя смотрю, закрывайся тогда, что ты? Давай вдвоем. Слушай, давай поржем. Вдвоем можно? Не. Давай вдвоем. Блядь, тесновато. Это как фазме. Как фазмофобия. А, да, ну да. Ничего, в шкафу, да, сидели уже. Где вы только не сидели. А Даша... А с Дашей все нормально вообще? Египетская сила. Даша. Даша, что? Я здесь. Здесь это... Здесь это где? О, прибежал, смотри! Смотри, 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 череп! Сфоткай его, черепа бегают. А, Даша померла здесь. Даша умерла. Ой, блядь. А, вот в чём... Смотри, детекторы, хуекторы, надо все забрать как-то. Что? Даша, я где-то слышу. Даша, ты где? Вот, я слышала, что здесь, ломалось. Вот твои вещи. Я слышала, как что-то ломалось. То есть, скорее всего, он... Блин, я не заберу их, наверное. Что это? Ай-яй-яй, сзади, сзади что-то! Вспыхнуло. Только что закрылась гробница. О, наша она. Ой, печалька. Can you hear me? Блядь, меня чем-то отравили. Так, я зеленый. Не, не надо. Что это было? Блядь, паук, пошел нах! Can you hear me? Может, он тебя? Да я не Can знаю. You hear me? О, есть, есть, отвечай. Это ответил, ответил. Ребят, но был еще ответил, и был еще ломалось же все, по-моему, да, разрушение, нет? Не, не было никакого разрушения, я ничего не слышал. Что, что, о чем ты? В смысле? Ну падали колонны, помните, падали колонны эти? Разве это не разрушение? Падали колонны. Что это? Что? Вот это разрушение. Вот это разве не разрушение? Посмотри. Да не... Это должно быть, Даша! Мы даже как объект сдаем, да это не разрушение. Нормально, все так задумано. Хотя, конечно, да. Приятно. Ой, кого не нанимали в Египте тоже? Датчики. Слушайте, я не знаю, у кого-то что-то пикало перед моей смертью. Черт! У кого-то что-то пикало перед моей смертью. Надо запомнить, Даша, это цитата великих людей. У кого-то что-то пикало. Черт. Долби, долби! А, долби, долбай! Ребят, да. Ребят, ребят, запикало! Отлично! Уи, уи! Пять, пятерка, пятерка! Так, хорошо. Это что? Что? Частицы металла! Частицы металла! Частицы металла! Атаймон! 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 Это мое. Все, выяснили? Да, это Атаймон. Нефертити! Где твои тити? Нефертити! Сзади демон! Обернись, блядь! Фоткай, фоткай! Фоткай, фоткай его! Ёпта! Алекс, фоткай мне, фоткай здесь! Чего такая суета? Да, Алекс, ты как будто трусы не по размеру носишь, блядь, такие танцы смешные! Да? Откуда ты узнал? Присел, встал, встал, присел, присел, почухал, пошел, встал. Оно угарно выглядит. Тут пусто. Ой, бля, сладкая капуста. Идем сюда. Хорошо, побежали. Опять паук пошел в жопу. Надо долбануть его. Слушайте, мы из этого угла вообще выйдем куда-то? Сюда, например. Нет, налево пойдем. Мы там были. Мы там были, оттуда пришли. Не были. Там мы пришли оттуда. И что? А что здесь делать? Нам сюда и надо. Тихо, тихо. Нам еще... Нам надо еще одну улику хотя бы. Блять. Да пошли вы нахер! Выш, выш. Опа, нет, опа. Нет, у нас стоп, у нас же уже все улики. Альмонд этот, альмонд, я же сказала. Альмонд? Ну что, этот, альмондовое молоко? Кто там? Ну я же тебе говорю, он...
Разрушение частицы металла шагнее от греха. Атаймон за бантом. Атаймон. Какой Альмон? Тот Альмон. Что Альмон? Не знаю. Хаос какой-то. Так, ребят, пойдем сюда. А, так это выход. Черт, опять он меня... Блин, задолбал. Мы сюда не ходили. Тут закрыто. Тут закрыто. Паукиз. Паукиз? А где проход? Вот, хороший вопрос. Где же на самом деле проход? Даша, тут еще есть двери. Но они закрыты. Открыта новая задача. Какие у нас там новые задачи? Давайте посмотрим. Спуститесь глубже в могилу. Надо спуститься глубже в могилу. Наша основная задача. Значит, эту дверь... Уже была в могиле. Очень хорошо. Эту дверь надо как-то открыть. Давайте поищем. Может, рычаг где-то есть. Что это? Так, тут что? О, тут, наверное, что-то здесь. Тут вообще не хотите Привет. Кто? Ах, черт! Бейте их. Их надо бить. Так, а чего ты не взял эту? Я не знаю. Что-то я пробежал мимо и забираю. Так, вы нашли канопку. А, канопу. Канапку. Органы Меджая хранились в этих канапках. Так, идем отсюда. Отлично. Ищем дальше. Где-то проход. Тут мы были. Тут песок. Нет, мы не были. А, не были, да. Тихо, паук. Да вижу я. Козлина. А тут нельзя боком пройти? Уебать. Ой, блядь, что за хуйня? Что за херня? Ёб твою мать. Тихайте. Да валим уже. Сейчас Алекс у нас как Мэри Поппинс улетит. Так, я нашел реликвию, точнее документ. А вот, смотри, маленькая дырочка куда-то ведет. Маленькая дырочка тебя зовет. Надо расширить как. Может, я могу пролезть? Ужалили, падла. А ну голову, Алекс. Попробуй туда голову, что там? Проверь, что там. А если голова пролезет, то я целиком, да? Да, пробуй. Я не могу, блин, никак. Выталкивай что-то, да? Блин, жалко. Надо проломиться. Ну это точно дверь. Забирай, там что-то есть. Так, Дашка, у меня уже забито. Возьми, пожалуйста, реликвию. Тут угадывать надо. Не его надо угадывать. Это Аламон. А Таймон, это значит, смотри, это шарик с ножками и лампочка. Шарик с ножками и лампочка. Шарик с ножками, вот это, вот нижний. Вот это, да? Шарик с ножками. Нажимайте. Ну, давай проверим, если это он. Ну, это Атамон. Нажимайте на кнопочку. Атамон, нажимай. Нажали? Да, все. Все, а вы говорите, что мы не справимся. Рычаг найти. Надо было просто найти рычаг. Да. Где же находится мой маленький рычаг? Я так хочу этот рычаг. Дайте мне, пожалуйста, этот рычаг потрогать. Я очень хочу потрогать этот рычаг. Дай мне этот рычаг. Пожалуйста, мне нужен твой рычаг. Мне надо активировать что-то. Пожалуйста. Нормально. Золото. Я богат. Я буду... Привет, ублюдок. Здравствуй, говно. Я деньги соберу. Он встает, он жив! Боже! Вы все умрете за расхищение гробниц. 123-я статья Египетского кодекса. Все. Вот теперь жопа. Но я все равно хочу рычаг. Дайте мне рычаг! Я очень хочу найти рычаг. Возьми. Алекс, рычаг. Рычаг. Надо найти его. Где бы он ни находился, пожалуйста. Мы ждем в Гарри Поттере. Алекс, назад! Беги оттуда! Блядь! Иду. Алекс сейчас вернется. Иду. Он вернется. Я надеюсь. Так, надо рычаг найти. Впереди что-то синее, похожее на рычаг. Нет. Я ищу в другом месте, Дашечка. В другом. Я налево побегу. Я понимаю, я побегу налево. Алекс, ты живой? А мы как раз к нему, кстати, идем. Мне нужен рычаг. Я должен найти этот долбанный рычаг. Рычаг. Мне надо найти его. Тут слишком много ничего. Налево или направо? Налево или направо? Тут дротики, но там же его точно нет, правда? Рычаг. Я должен найти рычаг. Я нашел его! Дергай.
Я дернул. Не только рычаг. Я дернул не только рычаг. Алекс? Он умер. Алекс, ты живой? Саня! Саня, ты в порядке! Ты в порядке! Отлично! Быстро назад! Вот он идет! Ребята, вон он! Надо пробежать. Сюда. Я там его не вижу. Он только что прошел. Если надо будет дернуть рычаг. Вы нашли рычаг? Да? Да. Мы нашли рычаг. Ну, молодцы. Он направо ушел, куда нам надо. И нам сюда надо. Я пока там по реке катали. Быстрее, отсюда валим нахрен! Быстро, у меня слишком много лута! Так, складывайте, где-то ящик должен быть, вот. Так, сюда, раз. Канопки не могут быть собраны, используя их в ритуальной комнате? Канопки не для этого места. Блин. Хорошо, ладно, у меня бумажка еще есть, подожди. Подождите, я у мумии забрала металяху вот эту. Металяху? Я у мумии забрала так. Смотри, у меня есть канапка. Не нужна никому? Ладно. Фух, это было больно. Это было реально жестко. Молодец, Даша, молодец. Держи канапку. Спасибо, я тебе тоже могу несколько дать. На раз и на еще одну. Нет, я не оставлю ее. Я не оставлю свою канапку. Я хочу свою канапку. Мне нужна моя канапка. Я очень хочу взять эту канапку. Это моя канапка. Мне очень нужна эта канапка. Пожалуйста, дайте мне канапку. Так, а у кого какая канапка? А ну, давай посмотрим, чья канапка больше. У меня орел. У меня орел гордый птиц. Посмотри, какой гордый пацан. Так, поехали. Давайте посмотрим, что мы заработали. Сейчас посмотрим, что мы получили. Потому что интересно же. 1000 голды коллектор. Ой-ой-ой. Тысяча лет назад. Так, зато мы живы, это уже хорошо. Так, добыта реликвия. Ваша доля. Страница знаний. Редкое сокровище. Так, отлично. Прогресс у нас. 148 золота, господа. И 14. Неплохо. Ну что, я думаю, может, на этом мы сделаем с вами перерывчик? Да, давайте. Идем в туалет. Ребята, идемте в туалет, посмотрим. Там еще кто-то есть? Там человек, кстати. Точно, тут чувак, которому плохо всегда. Привет, мы тут. Здорово. Вон он там, сзади его видно. Так, судя, я же к нему как-то его... А, вот он, в натуре. Ходит. Подожди, Алекс, на. Никогда не посмотреть? Алекс, на, бумажку. Возьми. Руку потяни снизу. Руку снизу возьми, бумажку. А, ну ты... Сейчас. У вас есть бумажка? Так. Ну ему не поможет. Слушай, он ходит, свистит, главное. Садится на унитаз. А чем вы там занимаетесь? Штаны при этом не снимает. Сидит. Он какает, не снимая штанов? Блин, умный человек. Мне кажется, он хочет покакать, но он понимает, что что-то делает не так, а что не так, не помнит. Поудобнее устраивается. Ногу на ногу закидывает. Нет, так не очень удобно. Держи. Какает ногу на ногу закидывает? Он в раздумьях, да. Ладно, оставлю его. Так, ну что, господа? Тут же зеркало. Да, здорово. Можно себя печеных груш посмотреть. Ну что, будем делать перерывчик? Как вам игра? Замечательно. Как вам бугашки-страшилки? Орали. Ну, почему, по-моему, не произошло, да? Почему? Вернулись, появилась анимация, появление вот этого Миджая. Да, появились демоны. Какая-то акула, в общем, какая-то была. Если вы хотите больше серии, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на будь здоров. Каналы. Давайте. Все, ребят, всего хорошего. Пока-пока. Всем пока-пока.